Всем привет, дорогие друзья, Пандосов Икс еще на связи, и сегодня я вместе с вами решил узнать своего соперника на второй тур Кубка Фиферов. Собственно, сейчас, секундочку. О, как вкусно. В общем-то, давайте вместе с вами посмотрим на жеребёвочку второго тура, посмотрим на его соперника, сделаю предикшены на те матчи, которые, собственно, должны состояться во втором туре, и, собственно... Давайте начинать. Нихуя себе, что это за Тони Старк? Вы посмотрите, какой красивый. Серег, ну ты прям похорошел со старта Кубка Фиферов. Ну и перед тем, собственно, как мы обсудим этот матч, хотелось бы вам напомнить о своих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, где вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. А если вы пройдете верификацию до конца, то получите отличный бонус. Фрибет в 1000 рублей. Ссылка в закрепленном комментарии. Переходите и всем удачи. Опять эти футболисты лезут к нам, блядь, нахуй, фифу. Герман, алё, ты же все отрекся от фифы. Но просмотры говорят о том, что, камон, блядь, лучше фифку снимать, нежели там на эти сборы ваши гонять. Кто вам больше всех понравился из 32? Кто мне понравился больше всего из 32? Ну, я самый классный, я считаю. Я, да? А, блядь, что, сборище ЧСВшников, что ли? Я бы очень сильно отметил бы площадку. Картинка, конечно, у них интересная, креативная, типа на стадике сняли. Ну, блядь, посмотрите на это. Практически черно-белая картинка. Движение у них в атаке. Блять, я не... комментаторов не выключили. Алло, пацаны, в next туре, пожалуйста, давайте без комментаторов. Я не буду вставлять весь пиздеж в ролик, поэтому, если вы хотите увидеть полную версию, естественно, перейдите в канал к Сереге и там чекайте. Напарника, сипа не найду. Постараюсь достать Виктора трактора. Так, кто достанется сипа? Хорошо! Нихуя, вот это пара, блять. Тудроц против сипсканы. А вы знаете, какие у них терки, блядь. Ебать, вот это хорошая пара. Ну и кто-то в 0-2 отлетит, прикиньте. Либо Сибуч, либо Хайджей 13К. Фейслес. Кефир вроде с Фейслесом встречался уже. И там без шансов. Поэтому я думаю, что тут будет то же самое. Серега на изи выбит. А у Фейслеса была обложка, где он в солнцезащитных очках такой смотрит. О, я собираю драфт, но сегодня играю в Кубок Фиферов. Полетели. Хорош, подъебал. Обложки, конечно, максимально уебищные. Good Max! Кутя! Мистер Тильт, которого Джефф вынес 2-0. Фаворит! Нихуя себе, Good Max фаворит. Тоже очень интересная пара. Я думаю, что фаворит даже со сломанным пальцем сможет его вынести. Я знал соперника Джеффа. Тут нет сюрприза. Я думаю, что заруба должна быть интересная. Ставлю на своего братишку. Ну, бля, я не имею права болеть ни за кого, кроме как за Джеффа. Ну, когда Джефф с кем-то играет. Бля, Мозу, конечно, в этом сезоне не повезло. Он, конечно, тот еще душный тип. Сказал я, блядь. Но при этом всем, как бы, мне жалко пацана, блядь. Реально, Фенербахче — это прям полный пиздец. Я бы другую какую-нибудь команду взял бы. Два амкаловца. Ну, один бывший, один нынешний, блядь. Моз, мне кажется, тебе пизда, блядь. Хотя Блатов проиграл Вилсакому. Ну, блядь, у него там такой Реал разъебистый. Что-то мне... Ну, мне кажется, Блатов должен собраться и обыграть Моза. Так, собственно, студия Союз и Егоров. Бля, ПСЖ, Манчестер Сити. Вот эта вывеска. Ну, самая скучная пара, мне кажется, в 0-1. Да, если идет ногами. Играть против. Сексида! Ебать, пиздать явился ГГ, блять. Минус 5 геймпадов. Стас, ну тут я хуй знаю, что тебе поможет. Доставай. Давай тебе. Туда. Крафы достань, вообще классно будет. Ой-ой-ой! Блять, акул. Ебаный рот. Как же тебе не повезло. В первом туре на меня попал, теперь на белку. При всем уважении, я очень хочу, чтобы выиграл акул, но белка, сами понимаете. Кстати, он меня кикнул тоже с Кубка Фиферов. Я обыграл того, кто кикнул меня с Кубка Фиферов, и тот, кто меня кикнул, встречаться с тем, кто меня кикнул. Нихуя вот это, блядь, хитросплетение. Короче, акул, всей душой за тебя, блядь, я очень люблю. Да, конечно, это не некий акул, но это... Вот Герман, конечно, Эль Хуясико, ну ты, конечно, намашнил, блядь. Блядь. Опять две немецкие команды встречаются. Байер и Боруссия, кстати, они недавно играли. Лол, это забавно. Сначала с Баварией играет, теперь с Байером. Кого-то он чисто в Бундеслиге, блядь, где-то. Ну, сука, знает Денчика, блядь, какие голы он там хуярит. Я не удивлюсь, если он там, блядь, с центра поля через себя пяткой Рабоной, блядь, от перекладины забьет, блядь, и обыграет Амкал. Это единственный человек, у которого лонгшот с 35 метров, это мета. У меня тоже мета.
У меня тоже, блядь, сколько лонгшотов забито в этой части FIFA? Штук 150 миллиардов. Это реально мета. Типа, вот вы ржете, а вы вот попробуйте файнесы хуярить. Я вот во втором туре, за Инсиньо буду крутить файнесы. Я вот с Джеффом, когда тренируюсь и играю, у меня постоянно там, ну, из 10 матчей, условно скажем, я забиваю 20 голов, и половина, наверное, это лонгшоты. Джефф не даст соврать. Макс Волбадаев. Ну, хуй знает. Макс Албадаев. Ну, я ставлю на Бадаева. Ну, сами понимаете. Я игрок КФК Деньги, я люблю Дениса Бадаева. А на Макса мне похуй, поэтому давай, выбей его там. Мбаппе! Немножко уже подпалил. По-моему, X был. Падает X? Падает X, и правда. Падает. Пизда мне. О, слушай, это, кстати, бифовая тема. Я вспоминаю старый ролик, где Мбаппе называл один из самых нелюбимых. И причем Пандос сам гадости говорил постоянно. Тогда давно. Бля, нет. Ну, забавно, забавно. Я помню, как-то сделал пародию на Тудроц. Йоу. Эти красивого, мистер красивый FIFA. И меня после этого Мбаппе не любит. Так, в общем-то, пока я искал этот видос, где Мбаппе говорил, что из-за пародии он там, так скажем, меня немножко недолюбливает, я нашел другой видос, где Мбаппе уже говорит, что смотрел меня в детстве, типа, а-ля респектует. Ага, FIFA, а кто у тебя любимчики были? Ну вообще вот сначала, с кого я начал смотреть, это Пандос был. К Пандосу ты прям на максимальном респекте. Ну вообще, да. Короче, у меня какой-то диссонанс теперь в голове. Знаю одно, Мбаппе задрот ебаный, блядь. У него там это, фишечки там с контролем, блядь, с этой хуйней, блядь. Он Дэна Бадаева вынес, просто не почувствовал. Я, естественно, как бы раньше времени не, как бы сливаю себя со счетов, но заруба, конечно, потненькая будет. Давно. Слушай, а если Пандос задушит еще, как против акулы? Я... Подумаю, блядь. Я посмотрю там по обстоятельствам, буду действовать. Если он также будет сидеть там толпой в защите, то, наверное, придется поддушить. Хорошая здесь пара, мне нравится. Очень приятная. И хуя мне не нравится, блядь. Лучше бы мне Денечка дали бы, блядь. Финито. Надеюсь, тебе повезет, братан. Матч, конечно, и бешу у вас выдался, но проигрывать на последней секунде с отскока я, блядь, разъебал бы нахуй все вокруг. Как он, блядь, сдержался, я охуел, блядь. Где тот самый Финито, который хуярил мониторы и гитары? Краптим. Ну, краптим — это самая сладкая булочка. Я думаю, Финита тут без шансов разъебет. Так, Гасильный против Брок Бойс. И те, и другие играют так себе, поэтому равная игра, наверное. Блять, Милан-Ливерпуль, кстати. Алло, бля, вот это вывеска, интересно. Площадка Форза. Манчестер-Арсенал. Ну, Форза? Какая нахуй площадка? Хотя там чел вроде на кнопочки нажимал и голы забивал. Хуй его знает, короче. Но я думаю, Форзе должен одолевать. Гена Миллер против Шермана, блядь. И Генчика я люблю, и Шерманы красавчики. Тут болеть я буду, наверное, за Гену. Потому что, ну, Шерманы, наверное, и так выйдут. Вот Гена. Под вопросиком. Хуя себе, это что за мув, блядь. Так, когда я там выкладываю ролик 10 числа в 18.00. Короче, давайте еще раз быстренько пройдемся. Гудмакс фаворит. Я думаю, что в этом матче фаворит. Мос Блатов. Сори, Мос, но Блатов тебя выбит. Бабатумба Райзен. Верю, братишку. Клен Станос. Станос, прости. Слоукоу Егоров. Вообще похуй. Амкал Денчик. Бля, Денчик. Я надеюсь, он сделает все как надо. Шерман Миллер. За Миллера всем сердцем, но думаю, что Шерманы заберут свое. Финита Краб. Понятное дело, что тут Краб отлетает. Деньги Максвелл. Блять, Дэн, соберись. Гасилин и Брок Бойс играют примерно одинаково, мне кажется. Там толпа, тут толпа. Ливерпуль-Милан, вывеска интересная. Так, Кефир Фейслесс. Думаю, Серега тут на изи обыграет бомжа. Сибскана Хайджей. Просто хочу видеть этот матч. Валя Вилсаком и Валя Секситер. Думаю, так все очевидно. Форза, площадка. Форза, Мбэй, Панда, FX, блядь. Я не хочу делать ставки на свои собственные матчи. Лучше вы сделайте ставочку в комментариях. Напишите, как вы думаете, как закончится этот матч. Белка Акул. Блять, очень хочу, чтобы выиграл Акул, но Белка, блять, тот еще задрот. Короче, как-то так. Буду готовиться сейчас к матчу с Мбаппе. Вот как только я сейчас допишу реакцию, через часик где-то играем с Мбаппе. И надеюсь, что все пойдет по моему сценарию. Мбаппе желаю найти нового монтажера, чтобы не проебывался и выложил ролик в срок.